27 августа 2023 год. Афоризм дня на сегодня такой. Афоризм определения. Отрочество. Отрочество – это когда под себя уже не ходишь, а на других еще не начал. Написал я это глубокомысленное замечание 2 ноября 2010 года. Про возраст, а какие еще афоризмы у меня, сейчас вспомню. Молодость — это когда чувство ритма намного важнее чувства такта. Молодость — это когда волосы в пучок собираешь не с пола. Старость — это когда женщина, проходящая мимо, может увлечь только потоком воздуха. Ладно.